тебе столица явно завладела сейчас и собирается выпускать соперника из своей половины поля. А вот это атака Лиды, Панстрафу не проходит штурмая, но можно попробовать раз наступление и выходит контратака. Красиво как работает столица, может направо отдавать, бьет сам. Лида хоть и боролась до последнего и общался с Игорем Зубко, очень обидно было, конечно же, команде проиграть. Моменты спасает своих, похоже, Евгений Евгеньевич, а еще от Донского поищем. Эти марафоны в Бульском матче. У нас еще момент нужно забивать, и сейчас мяч на вопрос. На засыпку. Получится опасный момент, удар по воротам. Юрий будет столица делать розыгрыш через ближнего. Пас направо. Читанна в середину. Далее хорошо обыгрыш, удар, перекладина. Как пятница на того втором тайме. Лапен был за лицо в встрече. Хоть и знал, Бринтон забил его с бачков. Спас от Жеврика, удар, еще одна перекладина. Штайм успел. Прошла, ну и самое главное здесь, что судья дает
контратака столицы. Какие обороты хорошо набирают Барбоза и ворота. Пятый контрол Ютуба. Да нет, под себя играет Кочетюк, отдает и гол. Лида забил. Кашет и десяточка. Козел. Ошибается Козел. Евтух на перехвате, но вот мяч у Козела проходит передачу на Барбозу. Пропадение налево. Удар. Гол. 11-2. А мы скорее передачу получилось. Но отскок. Вместо удара вышел с пальца столицы. На пас назад. Ушевский снова налево. Платформ забивает еще один. Барбоза. Года 8-0 в Минске. То есть Лида не забивала, Лида до сих пор ни одного мяча на посте ворот стоит, не забила. 2-0 сейф.